Приветствую, друзья, на связи Артур, и в данном видео хочу поговорить о проекте, который стабильно работает, стабильно развивается, постоянно что-то новое внедряет и, что самое главное, стабильно выплачивает средства. Это у нас экономическая онлайн-игра под названием «Веселые рыбаки». Проект, который работает на данный момент времени 128 дней, участников 48 тысяч человек и выплачено на секундочку более 10 миллионов рублей. Это очень-очень хороший показатель. На данный момент таких проектов реально единицы. Именно эту игру я считаю одной из лучших, и сегодня хочу разобрать нововведение. Каждый месяц этот проект делает график обновлений, то есть то, что они планируют на этот месяц выполнить, дают конкретные даты, когда это будет сделано, сегодня это обсудим. И также вот недавно был добавлен фишкоин. Расскажу, что это такое, для чего он нужен, какие у нас возможности открываются. Кто вообще не в теме, что это за проект, как здесь можно заработать, буквально в двух словах. Это экономическая игра без баллов, без кэшпоинтов. Здесь мы можем зарабатывать без вложений, выполняя определенные задания. И также можем инвестировать средства, покупать рыбаков, либо же там инвестировать деньги в банк, где полный пассив, и получать процент. Можем ежедневно заходить, можем там, когда вам удобно, то есть... Проект разнообразный, куча направлений, куча фишек, он проработанный, реально классное предложение, поэтому о нем и рассказываю. Предлагаю начать с выплаты, чтобы вы убедились, что все платится, все работает без проблем. Вот у нас имеется куча вариантов вывода, я выбираю Payeer, мне удобнее всего. Прописываем сумму на вывод, у меня сейчас максимально это 7000 рублей. Это у нас 700 тысяч монет, то есть, как видим, 1 рубль это 100 монет, я могу вывести единоразово в сутки не более 7 тысяч. Сумма зависит от того, какой у вас VIP уровень. Изначально, если вы новичок, то вы можете выводить не более 1000 рублей в день. Но если вы новичок, вам этого вполне достаточно. Я же сейчас нарастил вклад здесь достаточно приличный, развиваюсь, плюс реферальная программа, то есть деньги есть, как говорится, и вывожу, зарабатываю. Так, средства успешно выплачены, оставьте, пожалуйста, отзыв на Hypespace, OneNetDeb. Так, это все хорошо, отзыв я оставляю, видеоотзыв, и, кстати, за видеоотзыв можно зарабатывать деньги. Так, 6934 рубля, до этого, кстати, вот еще одна выплата. Payeer берет небольшую комиссию, но, в принципе, это не критично. Одна выплата, вторая выплата, вот свежая, вывожу не так уже часто. Почему? Потому что держу средства на балансе для вывода, и за это проект платит мне VIP-очки и еще там деньги. Вот если у меня сейчас 51 тысяча на счету, то я получу за сутки полный пассив 51 рубль 23 копейки. Как бы немного, но это дополнительная возможность заработка. Основное то, что я здесь получаю, это VIP-очки. Там, по-моему, около 40 штук я получаю в сутки. А одно VIP-очко дает сколько? Стоимость 10 рублей. То есть по 400 рублей в VIP-очках я зарабатываю. Я хочу накопить на 5 уровень, чтобы получать больше всего преимуществ. Но, в принципе, сейчас видео не об этом. Давайте разберем фишкоин. Вот у нас появилась вкладочка. Такая рыбка на монетке. Есть вот гномик какой-то, человечек, который майнит. История операции. Итак, что такое фишкоин? Давайте перейдем, разберем. Это очень редкая монета, которая постоянно дорожает в цене и майнится без какого-либо оборудования. Если у тебя есть данная монета, поздравляю, ты счастливчик. Окей. У меня есть такая монета. Начальная цена за одну монету 50 рублей. Каждое 1, 11, 21 число месяца монета дорожает в цене на 7%. То есть 3 раза в месяц это у нас 21% мы заработаем, держа монету ровно месяц. Да? Ниже представлен график дорожания монеты на 1 год. То есть на 31 число, когда она была выпущена, стоимость 50 рублей, и потом вот видим дорожает, дорожает, и, к примеру, вот 100 рублей монета будет стоить где-то в 11.05. То есть имеется график, можно посмотреть, понаблюдать, поддержать, допустим, пару месяцев, потом можно будет продать монету. Чем дольше мы ее храним, тем больше она намайнится. Здесь можно ее майнить, и давайте вот посмотрим. Помимо регулярного роста в цене, вы можете майнить монету, имея ее у себя на балансе. Доходность 0,20, то есть 5 дней это 1%.
В принципе, неплохо, учитывая то, что 21% в месяц на дорожании мы сможем заработать. Для этого вам нужно указать количество монет и запустить майнинг. Сейчас покажу, как это делается. Чтобы остановить майнинг, это можно остановить. Как ее вообще можно получить? Кто покупал VIP-аккаунт, до открытия данного раздела получили фишкоины бонусом. То есть, если у вас был VIP-аккаунт, там с 1 по 5 уровень, вы получили их бонусом. Насколько мне известно, за первый уровень там одна монетка, за второй не помню. У меня 15 монет. У меня 4 уровень, 15 монет я получил. На 5 уровне, знаю, получили по 25 монет фишкоина чисто на халяву. За то, что они ранее купили вот этот типа VIP. И начиная с 11.02 монета будет поступать в продажу, то есть совсем скоро. На бирже будет лимитированное количество, и в определенные дни следите за новостями. Возвращаемся обратно на фишкоин, вот майнинг фишкоина. Смотрите, у меня здесь было на балансе 15 штук, я их пустил в майнинг, и уже за это время, за пару дней, наманил 0,17 вот этого, фишкоина. 0,17 это на полтинник, это 8,5 рублей. Ну, естественно, я хочу побольше себе монеток, может 150, может 200, посмотрим, сколько их будет в продаже, как они будут выпускаться. Хотелось бы закупиться и подержать, я не знаю, может месяца 2-3. В принципе, если первый сезон там работал дней 250, по-моему, то можно месяца 3, я думаю, смело подержать. Ну, короче, видно будет. Вот нажимаем «Забрать прибыль и депозит». Мы монеты получаем на свой счет. И если нам надо, мы можем какую-то определенную часть, либо же всю сразу добавить майнинг, и с этого момента она будет майниться. К примеру, если вы запустили 15 монет в работу, то у вас ежедневно будет доход начисляться на 15 монет. Если вот у меня уже 15.17, то я должен собрать прибыль и запустить снова, тогда мой депозит будет больше, уже не 15, а 15.17. Таким образом можно делать реинвест, и такой вот будет повышенный процент. Вот такой вот раздел был добавлен. В принципе, интересно, прикольно, необычно. В экономических играх какие-то фишкоины, да, это впервые я такое вижу. Можно заработать, да, простроить свою стратегию и где-то, знаете, вот здесь там сплавить в случае чего. Ну, нужно смотреть на спрос, предложение и дальше уже решать. Итак, давайте переходим к новостям, что у нас предлагают на график обновлений на февраль месяц. 6 числа, это сегодня, открывается Банк Швеции, что есть таки хорошо. Я, конечно же, сделаю вклад максимальный, вот видим 20 тысяч рублей. Я хочу сделать максимум, потому что есть доверие в проекте. Я в первом сезоне заработал 500 000 рублей, поэтому сейчас я, конечно же, хочу на максималку заходить и зарабатывать. Ну, естественно, сколько можно, столько и заработать. Такие проекты открываются достаточно редко. Что мы получаем? За 65 дней 130% профита. Это у нас пассивный доход. Давайте это сделаем. Переходим в раздел банк. Видим, здравствуйте, сэр Рыбак, у вас есть новость. Так, работали, заработали 470 рублей для меня. Хорошо, до встречи. Мои депозиты, что у меня здесь? О, уже отработало. Видим, сколько я раз пускал на реинвесты. И вот на 500 рублей в очередной раз отработал. Давайте открою депозит. Как это делается? Выбираем. Вот видим, последний еще закрыт. Первый. Сделать вклад 500 рублей. Так, можно купить банк. Только одна штука. А я что, уже покупал? Теперь ясно. Я немного невнимателен. Это банк Франции. А у меня отработал банк Австралии. Банк Австралии, это у нас депозит следующий, максимум 4500. У меня на балансе 3300. Давайте обменяем. У меня на вывод 51 тысяча. Так, обменяем сколько? Давайте 1030. Добавляем 2 нолика и как раз таки получаем 30 тысяч рублей. И еще бонусом я получил, получается, 900 рублей. Очень-очень даже приятно на ровном месте то, что мы с проекта не выводим, а реинвестируем, он нам дает такой вот бонус. Так, вот, кстати, моя статистика. 19 тысяч инвестировано и 80 практически выведено. Хочу заметить, что я реинвестировал, то есть это неправдивая, так сказать, сумма. Сейчас она намного больше благодаря реинвесту. Там мой депозит, наверное, будет уже 1050, я не знаю, не считал, но я думаю, около того.
Теперь, после того, как есть деньги на балансе для покупок, вы их можете пополнить в соответствующей вкладочке. Нажимаем «Банк» и смотрим «Банк Австралии». Делаем максимальные 4500. Хорошо, буду получать 120% ежедневно 2,67. Меня это устраивает. И теперь Банк Швеции, который сегодня открыли. Минимум это вклад 2000 рублей, максимум 20 тысяч. Нажимаем «Сделать вклад». И у нас показывается, ежедневно получают 2% на протяжении 2 месяцев. Все четко, работаем. Этот раздел чисто на пассиве. Если вы хотите не париться вообще, зашли, закинули средства, открыли депозит. И все, можете зайти спустя 25 дней, забрать все. Либо же каждый день можете заходить и получать. С этим, я думаю, разобрались. Так, идем далее. График обновлений, что еще обещают. 11 числа. Выпуск первых монет Fishcoin, хорошо. 18-го открывается возможность пополнения с помощью Privat24. Вот это интересно, давненько такого не видал. С помощью PrivatBank, это украинский банк. У меня, конечно, все деньги на электронных кошельках, но думаю, это интересная штука. Так, 21.02 добавление биржи. Я так понимаю, биржа это связано с Fishcoin. 25-го добавление новой мини-игры «Слабое звено». Интересно, что это. Игр у проекта уже, по-моему, там много. Я когда-то считал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь игр. И вот недавно, которую я играл, мне понравилось. Это русское лото. Продаются билеты. Можно купить. Давайте нажимаем «Купить билет». Выбираем любой. Нажимаем «Купить». Давайте еще какой-то, давайте 99-й вот этот. Так, и нажимаем «Играть». Здесь можно самостоятельно, если когда все билеты покупают, 99 штук, когда скупают, тогда будет игра в 8.00 ближайшего дня. То есть сейчас осталось 75 билетов, как только их распродадут, можно будет играть. Либо же, чтобы не париться, вы приобрели робота и можете вот так вот оплатить. И просто игра потом сама, когда она запустится, когда раскупятся билеты, игра самостоятельно произойдет, и вы узнаете, выиграли. Тут можно заработать 200%, 300%, либо же 2000%. То есть штука прикольная. Возвращаемся к графику. Так, что у нас? 29-го открывается возможность покупки одного бывалого рыбака. Это также интересная штука. Вот многие питают, спрашивают. Что делать, какая стратегия, Артур, посоветуй. Есть, допустим, 10 тысяч рублей. Вот я бы рекомендовал, что сделать. Вот будет открываться 29 или какого там числа бывалый. Он стоит 10 тысяч рублей, но на секундочку, у него какая доходность. Давайте посмотрим. 200% за 100 дней доходность. Получается, по 200 рублей в сутки можно будет получать. В чем особенность? Вот эти будут персонажи на баланс для покупок. То есть вот сюда деньги будут зачисляться, их вывести нельзя. С этого баланса можно только покупать. В чем стратегия? Покупаем данного персонажа, он приносит по 200 рублей в день. И мы можем скупать вот этих всех подряд. Там 10 человек сразу хоп купили по 20 рублей. Потом рыбака Михалыча купили, селезня купили. Таким образом мы удваиваем свой начальный вклад, да, уже будет 20 тысяч в работе, но в вот этих персонажах, которые уже приносят доход на баланс для вывода. По-моему, очень хорошо, да, удвоили депозит, а потом еще здесь там плюс 20, плюс 30% к удвоенному вкладу, что есть такие очень хорошо, это классная стратегия, я также делаю. Давайте посмотрим мой улов. Так, через один день у меня испортится улов, если я не соберу. То есть здесь нужно проявлять активность, кто не знает. Собираем, продаем. И теперь нужно посмотреть, кого я могу докупить. Я видел, что у меня отработали персонажи, хотел их докупить. Видимо, у меня доступно 0, доступно 0. Это означает, что я всех скупил. Так, доступно 1. Окей, покупаю. Идем дальше. Что у нас еще есть? Удильщик Ванька 1, стоимость 1011 рублей. Покупаем, доходность 130% у него. Дальше лодка Заноза. Кстати, отработал у меня Шрек уже. Я его ранее покупал. Он мне принес за 2 месяца 40% чистой прибыли. Очень даже хорошо. Нажимаем купить. И получается, здесь я всех скупил. Давайте проверим рыбаки X2. Это как раз таки те, которые приносят в 2 раза больше итогового дохода. У меня все куплены, все работают. И еще есть такая штука, как особые рыбаки.
Вот, кстати, я их могу купить помимо шального Джо, потому что, чтобы его купить, мне нужно 5-й VIP-уровень, как раз-таки к нему я иду. На балансе у меня 4000, я думаю, хватает. Покупаем вот этих всех персонажей. И так, здесь только 5. У меня полная армия, максимально, что можно, в данном проекте я скупил. А вот недавно отработала там елочка у меня, это было 2020 рублей. Я получил, по-моему, там плюс 20% профита. Сейчас есть тамагучи, которого можно купить и также зарабатывать. Итак, у меня везде по нулям. Смотрим, сколько у меня рыбаков. 57 штук. Сейчас я поставлю на паузу видео, посчитаю, сколько же я буду зарабатывать со всех этих рыбаков в сутки. Для тех, кто не знает, есть калькулятор. Здесь мы прописываем количество рыбаков, которые у нас имеется. И мы нажимаем потом кнопочку «Рассчитать». Я везде прописал по всем, так сказать, веткам. И нажимаем «Рассчитать». Смотрим. Стоимость всех моих рыбаков составляет 34 тысячи рублей. Так, ваш доход за весь срок составит 63 тысячи, то есть x2. Ваш дневной доход составляет 565 рублей на вывод и 262 рубля на баланс для покупки. То есть вот здесь я смогу постоянно делать реинвест. Ежедневно, да, 5 дней уже 1000 в кармане. И плюс у меня еще есть банк. Да, я только что вложил 20 тысяч, потом 4500 у меня работает и еще 500. Итого у меня сейчас вклад работает 59 608 рублей, плюс еще тамагочи, это все 60 тысяч. Получаю я здесь, как видим, 565, плюс у меня имеется банк, и здесь давайте посмотрим, 520, вот это 544 рубля. Как раз-таки выходит косарик. 1100 рублей в данном проекте я сейчас зарабатываю. Ежедневно захожу, собираю, как бы, я считаю, неплохо с одного проекта. Что мы видим, 80 тысяч уже в кармане. И я думаю, еще это далеко не конец. Проекту есть куда развиваться. По лимитам еще очень-очень немного, я так думаю. 10 чаек это 200 рублей, там 7 этих по одному этому, еще здесь по нулям. То есть есть куда расти, плюс админы еще будут открывать раздел «Рыбная ферма». Это еще непонятно в каком месяце. Вот такие дела постарался разобрать подробно. Может нудно, может нет, напишите, как вам информация, лучше разбирать дотошно, да, каждую вещь, либо же просто сказать, да, есть такой проект, вот это там основные моменты, а дальше разбирайтесь самостоятельно. Как вам лучше получать информацию, напишите в комментариях, мне важен этот фидбэк, ваш отзыв и так далее. На этом все, ставим палец вверх, если полезно, подписываемся, изучаем информацию и, конечно же, рекомендую свой телеграм-канал, вы здесь будете получать информацию в первую очередь. До скорых встреч, друзья, всем пока!